DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Energy and consciousness. Energy and consciousness. Да, друзья, все верно. Это Baseball Show, с вами DJ Prophet. Каждую среду с нуля до часу на DFM, сразу же после Грува и его танцев для всех. И сегодняшний эфир у меня будет полностью посвящен DJ Hype, его лейблом Ganji Records, его проектом Ganji Crew, также Place Records, Global Sync. Поиграю треки его близких друзей, братьев, так сказать, по цеху DJ Zinc и Pascal. В общем-то, это целая команда, трио Ganji Crew. Ух, сколько хитов сегодня будет. Но начал я с олдскула, с самых низов, самых истоков. Это 93-е года. Именно в это время начал хайп релизиться на Suburban Bass Records. Kicking up, Kicking Underground. Ну и уже в 95-м открыл True Place и Ganji Records. Очень крутой трек хайпа Weird Energy. Хитя у тех лет. Сегодняшний эфир опять-таки не просто так. Он посвящен этому старичку, Кевину, которому уже под полтинник, а может даже и больше уже. Замечательный диджей, талантливый очень. Собственно, в 80-х, в середине он участвовал в DMC-чемпионатах. Это для скретчеров. В общем-то, выигрывал. В UK занял первое место там, по-моему. И все это потому, что 16 сентября, буквально через выходные, он будет в Москве на фестивале World of Drum and Bass, где мы празднуем десятилетие этого бренда, проведения его в Москве. Все это случится в клубе Main Stage. Yeah. Официальный сайт drum.ru.
Roll the bass. Sit here and wait for Jesus to fall out the sky. That's right. Очередной хит DJ Hype Cups. Точнее, полное ее название Computerized Cups. Ремикс сделал Паскаль. Damn, so you still out here waiting, huh? Mm-hmm. Still out here waiting, huh? Mm-hmm. We'll be right back.
из визитных карточек. Одна из, действительно. DJ Hype, Peace, Love and Unity. Очень крылатое выражение. Вместе с MC Fetz'ом. Конечно же, DJ Zing, Super Sharp Shura, Ganja Records, Друзья, это 95-й год, это классика джангл музыки, old school, как принято называть ее сейчас. Ну, конечно же, все это drum and bass, да. DJ Prophet. Super chop, 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 super chop, shooter, shooting, super, super, super chop, chops. We'll be right back.
Опять-таки, DJ Zing, 95-й год, бутлег, Fugees. Yeah. Сколько ремиксов было на эту композицию, ух! Но Zing все-таки попал в точку. I'll be right there.
don't stand up for something, you'll fall for anything. You'll fall for anything. You'll fall for anything. Опять-таки очередная моя любимица Ганча Крю. Альбом Fuck the Millennium, выпущен в 99-м году, композиция Forbidden Fruit. Очень красивая. Друзья, напоминаю, что с вами DJ Profit, Bassline Show, DFM. We'll be right back.
Styles, а именно DJ Hype и DJ Zinc, Musically Dope в ремиксе Ganja Crew. Альбом Real Vibes, Two Place Records. Ух, разрыв. Yeah, друзья, DJ Hype будет взрывать 16 сентября на World of Drum and Bass в клубе Main Stage. Готовьтесь! Drum.ru. Как раз таки заглавная композиция с этого альбома Real Vibes, написал ее Паскаль. В общем-то, я вспоминаю свои эмоции, когда я впервые ее услышал. Это было что-то.
99-й год.
DJ Zing. Очередной хит от него приобрел всемирную популярность. Казино Рояль. Казино Рояль. В общем-то, друзья, хочу огласить весь список участников. Собственно, как иностранных, так и российских, конечно же. Аудио, Афродайте. Не туда зашел. Не в ту встречу. Так, секундочку. А вот она. Да-да-да. Итак, NDC, Black Sampire, Delta Heavy, Zardonic, LTJ Booking, DJ Hype, конечно же. Сегодняшний эфир полностью посвящен его, ему и его крю, который называется Gadget Crew, также его лейбом Place to Place и так далее. Конечно же, DJ SS, собственной персоной, которому и принадлежит это детище World of Drum and Bass. Также Aggressor Banks, NA, Gidra, я DJ Profit, Subwave. Также будет Nelver, Green Vibes, Coco J и School. Вот такой вот мощнейший лайнап, состав мы для вас подготовили на 16 сентября. Все это будет дело разрываться в клубе Main Stage. Собственно, там будет две площадки. Главное — это Main Stage, а рядышком за стеной будет Вольта, где будет представлена Liquid музыка, Liquid Funk, Soulful, где будет, собственно, играть LTJ Booking, Coco J, School, Intelligent Manners, Nelver. Да, друзья, заходите на официальный сайт фестиваля drum.ru, ну и также ВКонтакте есть официальная встреча в ОДБ Москва, о которой я не раз уже говорил. Напоминаю, что с вами Profit, это Bassline Show, каждую среду с нуля до часу ночи я здесь с вами вещаю бейс-музыку. И сегодня DJ Hype, Drum and Bass, конечно же, Old School. Yeah! Broadcasting live over the capital. Hype, Only One Life, To Place Records в ремиксе Ganja Crew. Освежили, так сказать.
machete. Друзья, в общем-то, на такой ноте позитивной, доброй, мелодичной я хочу с вами попрощаться. Сегодня я представлял все, что связано с хайпом. Его лейблы Ganja Crew, Players, True Players, Ganja Records. Его проект Ganja Crew. Также у Паскаля есть и был свой лейбл Frontline. В общем-то, композиция сейчас, которая играет, как раз таки выпущена на этом лейбле. Написали ее Пентагон, Quaver называется. Очень клевая. Была у меня пластинка, да, сгорела. Эх! Большое спасибо радиостанции, любимой радиостанции DFM за поддержку. Большое спасибо, да. Ну и, друзья, еще раз последнее напутствие на сегодня. Drum.ru официальный сайт, встреча ВКонтакте, ВДБ Москва. Ну и вся подробная информация там. Так, кстати, у нас есть в этой встрече закрепленный пост, конкурс репостов. Можете выиграть приз, поэтому участвуйте. Обязательно разворачивайте полностью этот пост, читайте правила и, собственно, вперед дерзайте. Запись, как обычно, на днях. Выложу как видео, так и отдельно аудио. Будем кайфовать, вспоминать, те, кто пропустил. В общем-то, спасибо, что вы были со мной. С вами был Profit DFM, Bassland Show. Каждую среду с 0 до часу ночи. И в следующую среду я не знаю, что я буду играть, представлять, но меня почему-то тянет на Good Looking и все, что связано с LTJ Bookim'ом. Да, будет красота. А может быть и нет, посмотрим. Но, скорее всего, оно. Все, всем пока. Я. Yeah.